И тут захотелось по вступительному слову подвести некоторые промежуточные итоги. Той самой осени, да, которая сейчас проходит. Еще два факта вам расскажу, прежде чем перейти к этим итогам. Первый факт. Один из продавцов, у которого есть, ну, достаточно много, хотел сказать, немного, достаточное количество картин одного художника, который нам периодически приносит. И в разговоре с ним он говорил так вот, как будто ничего не происходит. Нет специальной военной операции, или там какой она, ну, неважно, специальной операции. А просто идет такой нормальный бизнес-процесс, который был всегда. И он говорит, вот я раньше этого художника приносил к вам по 70-80 тысяч, потом это стало 60-70, потом 50. И вот, значит, тут уже совсем прям ниже получилось. И какой же это вот, мол, где бизнес этой осенью? Я ему предложил на эту проблему взглянуть не плоско, а в объеме, спросив. А вот минимальная цена на вашего художника, которая предлагалась, она была в какой период времени? Не во время той самой частичной мобилизации. Оказалось, да. Я говорю, ну а как же вы сейчас рассуждаете с нами в режиме вот как бы бизнес-процессов, да, или там, не дай бог, тех самых сезонностей и прочего, и не учитываете основные факторы, которые влияют вообще на все, на всю нашу жизнь во всем мире, уж тем более на бизнесы во всех сферах. Это первый факт. Второй факт. Сейчас прошла информация, которая интересно отражает, что произошло на периферии нашей с вами страны. Ну, например, там рост в Армении чуть ли не 13% экономический. Это при том, что они ожидали 1.5% по итогам года, а уже 13%. И будет, скорее всего, больше. Рост такой же экономический в Грузии, рост в Казахстане, где-то там еще, там неважно. Это, в первую очередь, почему произошло? Не потому, что во всем мире стало хорошо. А тот бизнес, который находился в России, естественно, начал работать, во-первых, эмиграция тех самых людей по причине той самой частичной мобилизации, вот как раз в эти страны. И, естественно, работая там, они увеличивают их ВВП. Их ВВП, а не наш ВВП. И, соответственно, бизнес запускает через них свои бизнес-процессы, деньги, финансы и так далее, что тоже приводит к тому же самому. Какие-то сумасшедшие остатки на счетах банковских и прочее, которые могли бы быть у нас, заметим мы. Так что, вот эта вот мысль о том, что вот это итоги осени экономические, она вот бьется на много таких вот дискретных факторов. А какой же применительно к нам? От того, что вот такой отток произошел, да? И вот эти вот все. А я скажу, что как только было объявлено о завершении, только объявлено, без всяких указов и всего остального, только объявлено о том, что завершена частичная мобилизация, это мгновенно привело, ну, к какому-то просто поразительному эффекту. У нас, я не припомню, хотя 21-й год был великолепный, великолепный, но и сейчас то, что происходит при поступлением на аукционы великолепного качества, высочайшего художественного качества картин, имен художников, я не могу припомнить время историческое на внутренних аукционах. Потрясающее время, потрясающее. То есть стоило, ну, хоть вот намекнуть, ну, что там, ребята, может быть спокойно. И это мгновенно приносит и дает эффект. И покупки в том числе. В том числе. То есть одно тянет за собой другое. Поэтому нам грех жаловаться, друзья мои. Итоги осени отличные. Причем в первую очередь предложением. Этим, конечно, надо пользоваться. Конечно. Редчайшие картины по качеству, по художникам, по именам. Такого не было никогда. Поэтому сейчас наша фраза, что надо купить весь аукцион и тут же получить себе мини-коллекцию, этим уже несколько человек воспользовалось. Покупая супер. Вот такая у нас работа. Вот такой у нас сплошной позитив. И у вас тоже.